принес тебе в подарок. Не тюльпаны, не жасмин, не пионы и не розы, не подснежники с вершин. Я перо жар птицы подарю тебе в день ненастный час, когда постучится в дом беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь и перо три раза тронь, и жар птица прилетит со мной. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. Ну или где-то еще, может быть, в Рутубе там и в прочих площадках интернетовских. Это второе видео по песне «Жар птица» группы «Браво». Заказал мне мой дорогой подписчик из Москвы Станислав. Итак, мы разобрались с вами со вступлением. Вот, вы помните, что поставили каподастр на пятый лад. Вот, тональность песни ля минор. Можете, конечно, все это играть в открытой позиции, без всяких каподастров и тому подобное. Вот, то есть вот это у нас просто будет первый лад. Вот. Ну, или можете каподастр на другой лад поставить, где вам будет удобнее петь. Ну, напомню, что нам нужен каподастр, чтобы вот эта ноточка была на пятом ладу. Вот. Очень она поэтично звучит. Итак, давайте продолжим разбор. Сейчас у нас пойдет куплет. Конечно, здесь самое главное аккорды. Ну, и в плане переборщика я посмотрел живые выступления «Браво» с этой песней, послушал студийную запись. И вот что я для себя понял. Играют они не совсем всегда одинаково, поэтому... Я имею в виду сравнивать, если со студийной записью, поэтому я вам покажу несколько вариантов. И даже в процессе исполнения песни могут быть какие-то там добавки арпеджионные там и что-то еще. Ну, как обычно, где-то боем, где-то переборчиком, вот, и так далее. Итак, давайте начнем. Значит, мы начинаем. Вот мы сыграли вступление, можно еще разок вспомнить, как играется вступление. Я сейчас медленно сыграю. Вот здесь мы остановились на прошлом видео. И дальше у нас начинается куплет. Обычный ЕМ опять, 5-4 на втором ладу. И в правой руке можно играть все время вот такую арпеджио, шестерочка. 6-3, 2-1, 2-3. Ну, как ясно, что здесь можно даже, если перебором вначале даже не ставить аккорд, это будут просто открытые струны. Но, тем не менее, аккорд ЕМ. Я принес тебе в па. Дальше у нас идет аккорд G, соль мажор. 6-1 на 3, 5 на 2. Тоже здесь 6-3, 2-1. 2-3 потом. Итак, ЕМ. Ж. Потом аккорд С. До мажор. 2-1, 4-2, 5-3. Здесь тоже мы играем арпеджио. Правда, уже два раза у нас будет аккорд до мажор. Дарок. Даже не два, а, по-моему, полтора. Итак, еще разок. ЕМ, Ж, С один раз. Да, один раз и потом еще полраза. 5-3, 2-1, 2-3. Дальше. 5-3, 2-1. Либо просто 5-3, 2-1. Даже не первая, а 5-3, 2. Но лучше вторую с первой. Дальше у нас идет следующий аккорд. Мы зажимаем 5-ю на 2, а 2-я остается на 1-м. Вот такой вот аккорд. 2-я на 1-м, 5-я на 2-м. В правой руке играем 5-ю, 3-ю, 2-ю с 1-й. Дальше аккорд АМ ля минор.
играем в правой руке пятое, продолжаем арпеджио. Пятое, третье, второе, первое, второе, третье. АМ, второе на первом, четвертое, третье на втором. Дальше вот к этому АМу мы зажимаем шестую на третьем. И опять играем полностью арпеджио. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И после этого у нас идет аккорд D, ре мажор. Третья, первая на втором, вторая на третьем. В правой руке мы играем четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Потом вот такая фишка. Играем четвертую с первой. Четвертую с первой. И не убирая аккорд, первую ударяем по третьему ладу. И издергиваем на опять на первую, которая зажата в аккорде на втором. Вот так получается легато по первой струне. Значит, сыграли четвертую с первой, дернули. Потом мизинцем ударили по первой и по третьему ладу. Сдернули. Потом вторая, третья. Потом открываем первую струну, третью, вторую оставляем. Третья на втором, вторая на третьем. И играем первая, вторая, третья. Или просто открытый первая, вторая, третья. Ну, лучше вот так. Третью, вторую оставить и сыграть первая, вторая, третья. Еще разок это место. Аккорд D играем. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Потом дергаем четвертую с первой, ударяем по третьему ладу, сдергиваем. Потом вторая, третья, открываем первую, играем первая, вторая, третья. И вот эта фишка, она потом часто будет встречаться. И что у нас получилось? Теперь проверим. Я принес тебе подарок не тюльпаны, не жасмин, дальше мы повторяем все то же самое. ЕМ, не пион Ж и не роза С, переходик. Пятая, третья, вторая, первая. Дальше. Пятая на втором. Третья, вторая, первая. АМ. Не подснежники. АМ, потом АМ с шестой на третьем. С вершин Д. И поехали. Продолжаем куплет. Аккорд до мажор С. И в правой руке можно сыграть первый вариант. Пятая, третья, вторая с первой. Ну, пока так покажу. Потом у нас будет пятая на втором, вторая на первом. Играем в правой руке. Пятая, третья, вторая с первой. Дальше. Дальше у нас третий аккорд, вторая остается на первом, и к ней поджимаем уже не пятую на втором, а четвертую на втором. И в правой руке играем пятая, третья, вторая с первой. Потом ко второй на первом, четвертой на втором, добавляем шестую на третьем, играем шестую, третью, вторая с первой. И что у нас получается? Я пирожар. И дальше аккорд Д. Птицы. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И фишка. Ну и второй вариант, чтобы было слышно все струны, тем более, которые мы зажимаем, мы играем пятая, четвертая, третья, вторая, первая одновременно. Я пятая, четвертая, третья, вторая, первая одновременно. Я пирожар птицы. Дальше играем то же самое. Подарю тебе
просто. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И вниз. Д. Все. Куплет закончился. Осталось все это дело запомнить и повторить. Итак, у нас две основных части. Они повторяются обе по два раза. То есть первая половина куплета два раза одинаково. И вторая половина куплета два раза одинаково. Итак, первая часть. ЕМ. Ж. С. Переход. Ну, переход это С. Потом пятая на втором, вторая на первом. Здесь играем пятая, третья, вторая с первой. Дальше АМ. АМ с шестой на третьем. Потом Д. И вторая часть точно так же. Не пионы и не розы. Подснежники с вершин. И вторая половина куплета. С. Пятая, третья, вторая с первой. Потом пятая на втором, вторая на первом. Потом четвертая на втором, вторая на первом. Потом шестая на третьем, четвертая на втором, вторая на первом. И потом аккорд Д. И вторая часть второй половины куплета точно так же. Подарю тебе. Или. Все, и дальше у нас начинается припев, но поскольку видео получается очень длинным, припев я покажу в следующем видео. На этом все. Большое спасибо, мои дорогие подписчики, что посмотрели меня, потратили время. Может быть, вы все это будете учить, может нет, просто посмотрели. Тем не менее, я желаю вам здоровья, благополучия. Ну и самое главное, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.